У первого В урок математики. На партах нет тетради, ручек, счетных палочек. Вместо этого стандартного набора – конструктора Лего, с помощью которого учитель в доступной форме объясняет новый материал. Языки, литературу, цифры легче усвоить на примере маленьких строительных деталей. Я считаю, что это не отвлекает от занятий, а наоборот помогает, используем это и как счетный материал. То есть наглядно-образное мышление у них развивается. Нужно детей завлечь, у них сейчас много всего. И это, я думаю, их привлекает, более интересный учебный процесс. Лего-конструктор позволяет развивать мелкую моторику рук, логическое и нестандартное мышление. И для того, чтобы собрать ту или иную фигуру, ребенок прикладывает немало усилий. Главные помощницы в реализации творческих замыслов – плата или строительная пластина. Для каждого ребенка вот такой набор. В нем нет ничего лишнего, только нужные детали разных цветов и формы. Так детям легче выполнять задания. Например, чтобы изобразить число 1. План лего-урока состоит из индивидуальных и групповых упражнений. Застенчивые малыши получают отличный повод для общения со сверстниками, а шумным непоседам такие занятия прививают усидчивость и аккуратность. Занятия с конструктором тебе нравятся? Мне да. А чем именно нравится? Мне нравится собирать всякие фигурки из Лего. Мне нравится состав числа 1. Мы там строим цифры, там гласные, согласные, буквы. Там буквы строим. Мне нравится больше всего строить цифры, фигуры. Компания Lego основана 90 лет назад. Сейчас это бренд номер один среди производителей детских игрушек. Из пластмассовых кирпичиков можно построить все, от электронного робота до целого города. Образовательная линейка была запущена в 2011. Современное учреждение образования требует современных новых технологий. Было принято решение открыть на базе нашего учреждения Lego-класс. Желающих было много, поэтому мы открыли сразу два Lego-класса. Lego – это отличная перспектива. Если дети вначале лишь обучаются на конструкторе, то в будущем проектируют сложные робототехнические комплексы, которые широко используются на ведущих предприятиях страны. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.